Чтобы вы знали, кому задавать вопросы. Так, все, Саша Сетейкин не потерялся, все хорошо. Ну что, друзья, Дмитрий Чеботарев в роли Олега Волкова. Тихон Жизневский, майор Игорь Гром. В роли нового персонажа Алексея Макарова, Олег Чугунов. Сейчас он наденет очки и станет совсем каноничным. Александр Сетейкин, Дмитрий Дунин. В роли агента Стрелкова Михаил Евланов. Очаровательная Юля Пчелкина, Любовь Аксенова. Режиссер Олег Трофим. Михаил, берите на себя. Люди, которые никому обычно не интересны, про продюсерский состав. Да, я хочу представить продюсеров проекта. Собственно, я Михаил Китаев. Артём Габриянов, Роман Попов. И у нас сегодня еще один эксклюзив немножко про бизнес. Мы хотим представить с гордостью нашего партнера компанию Яндекс и Ольгу Филиппу, генерального директора Яндекс студии, в качестве нашего партнера и сопродюсера. Отлично, друзья. Ну что, вы со всеми познакомились? Давайте начнем нашу пресс-конференцию. Собственно, вопросы задавайте нам. И тяните руки. Евгения прекрасная, где она опять? Первым будет... Вот, Евгения будет выдавать. Выше всего рука, так что дерзайте. Хорошо, пожалуйста. Здрасте. Давайте, чтобы только сократиться, мы будем по одному вопросу рассказывать. Хорошо. Хорошо. В таком случае... Да. Здравствуйте. Я Щеплёв по кармане. «Майор Гром» — это первый кинокомикс, который получил ребут еще в стадии производства. Вот хотелось бы узнать подробнее, как так вышло. Только, ну, если, насколько можно откровенно, да. Так получилось, что когда я пришел на проект, уже все тут было готово, ребята предложили присмотреть этот сценарий мне, я подумал, ребят, все будет классно, этот фильм должен быть мюзиклом. Вот, поэтому, конечно, пришлось немножко поработать над еще сценарием, вот, пока ребята учились петь. Больше нечего сказать. А если по-честному, Артем, давай лучше ты. Сейчас Тихон споет арию «Майора Грома». Почему? Отчего, майор, он гром? От того. Так, все. Это тизер. А, собственно, Black Star уже покупает Тихона. Расти бороду уже. И называйся как-то будет Тишка, чтобы потом Тихон мог использовать. МС Тишка. Броу Тишка. Это даже будет дубляж, ребят. МС Тихо. Вот, да. Собственно, ребут, я бы не назвал это ребутом, так как ребут подразумевает сперва выход фильма в прокат, и потом уже ребут имеющихся... В этом же инновация. В этом же инновация. Да, мы много времени... Да, инновация, вы Собянина? Мы долгое время работали над сценарием, какие-то вещи ушли, какие-то остались, какие-то люди ушли, какие-то пришли. И я могу сказать сейчас, что я никогда не уверен в успехе фильма, так как сейчас с этим актерским составом, с этим съемочной группой, с этим режиссером. А кто даже из-за стены поаплодировали. Да. Так что все, что не делается, все к лучшему. Я вот так скажу. Спасибо.